Барабанова интересно тем, что там ничего не происходило. Ребята, у нас буквально там 3-4 года все разрушится. Если я объект разобрал, то я его обязан собрать. А если у меня в середине кончились деньги, то объект умирает сразу. Барабанова это точка объединения усилий всех здоровых сил общества. Село Барабаново находится в 60 километрах от Красноярска и известно благодаря старому деревянному храму, который по внешнему виду сильно отличается от других деревенских церквей нашей округи. Мне стало интересно, откуда истоки столь необычной архитектуры, а также как храму удалось дожить до наших дней не только в суровых исторических, но и климатических условиях. С вопросами о прошлом, настоящем и, возможном будущем Барабанова я обратился к Алексею Язеву, человеку, который знает про это больше других. Уникально она не только тем, что старая, но а там же приклички с русским поморьем. Дело в том, что по свидетельству ученых вот наша э, часть Сибири, вот Красноярский нынешний край, она заселялась не пашенными крестьянами из Центральной России, когда была инфильтрация там 16-17 век, а шли сюда Поморы как шли Волоком, там Златокопища Мангазея, потом Натас, потом они пробили полностью весь север. И люди, расселявшиеся по Енисею, по Ангаре, это как раз автохтонные жители, это потомки архангелогородцев. -архангел То есть это не крестьяне, это промысловики, это добытчики, это корабелы. По мнению главного архитектора Красноярского края, Шумова Константина Юрьевича, то есть архитектоника храма, то есть вот сам ритм храма, те приемы рубки, которые вот там были применены, как раз говорит о том, что они очень архаичны. То есть вот эта некая память именно глубокой архаики, вот, вот то, того, самого поморья северного, она осталась. Вот Мангасея, там какая то 17 век, ну, да, это да, да, на да. Аби, и оттуда переходили уже на Енисей. Да, да, Но да это из... 17 век церковь строится значит, в середине 19 Дело? века. Ага. А в это время, уже, как я, насколько я знаю, там, по центральной России были типовые проекты храмов и строили из камня из-за пожара безопасности. А здесь да, деревянный проект очень старый. Верно. Как Действительно, с начала 19 века было принято решение запретить строить деревянные храмы. А в центральной части России и это же правило распространилось и на Сибирь. Почему э -э деревянно у нас построили? Видимо, потому что. Было мало денег просто. Не смогли собрать на кирпичный, на каменный. Ведь рядом находится село сейчас Островское. Там каменный храм в 1812 году заложили в честь победы над Наполеоном. В 24-м осветили. Сколько строили? Больше 10 лет. Да. в Атаманово был тоже кирпичный храм. Дело в том, что Барабаново было... Барабаново интересно тем, что там ничего не происходило. То есть это было такое ну, захолустье достаточно большое. Крупное, но захолустье. И поэтому, я так полагаю, как предполагают наши историки, деревянный храм как раз появился потому, что просто не было денег на каменный. Ну и, естественно, дерево строилось, извините, за два года, а каменный больше десяти лет, кирпичный. А известно, как традиция передавалась? Ну, это же определенные приемы рубки, выстраивания. Как бы, дед... Восхищаясь к поморам, они же как бы уже должны были ассимилировать, те, которые приехали. А к этому Д... времени уже сухопутный путь. Дело был. в том, что а, вот какие-то архаические черты сохраняются а, очень долго. А, вообще сам храм, он построен действительно по типовому проекту. Это, кстати, очень хорошо и очень правильно. Объясню почему. А, разработка проекта всегда стоит денег. И вот я сейчас собрался храм строить какой-то, да. Мне нужно нанять архитектора, он должен с нуля создать все и взять с меня очень много денег. А здесь же, когда есть альбом типовых решений, я просто формирую техническое задание своему архитектору. Мне нужен храм, допустим, деревянный, вместимостью там 300 человек, однопрестольный, точка. Он перелистывает свой альбомчик и говорит, вот, вот и вот. Это 10 рублев, это 20 рублев, это 35 рублев с осьмушкой. Вот. И мы с общиной, которая как бы является источником финансирования, мы решаем, что нам подходит. И нам вот этот самый храм, уже готовый проект, нужно просто посадить на землю. Нужно просто узнать, какие грунты, вот как это было и в Барабаново, кстати. То есть там тоже происходил выбор места. Более того, то место, которое выбрало общественное сознание, общественный совет, было забраковано губернским архитектором. Яков Набалов такой был. Это соавтор нашей часовни Проскево-Пятница в Красноярске. Он приехал, посмотрел, сказал, ребят, не годится. Почему? Рядом был овраг с северной стороны. И, говорит, будет намокать. Нужно, чтобы поддувала северная стена, там солнца нет, будет поддувать. Плюс к этому, здесь мало места, ограду не поставишь. А скотина не должна ходить рядом с храмом. Ограду не поставишь, да и к домам слишком близко. Пожарный разрыв тоже должен быть. И вот тот самый Яков Набалов походив, выбрал тот самый пригорочек, на котором сейчас стоит наш храм. До 20-х, 30-х годов он работал. До 35-го года. Потом было некое хранилище, признали его потом в 80-х. 80 или 84-м. Ну, это достояние, памяти архитектуры, но при этом потом какое-то было 30 лет без времени, когда он чудом выжил. Как это вообще происходило? Как я уже сказал, в 1935 году пошла волна закрытия храмов. Там абсолютно типовые были решения местных советов. Они были отпечатаны на, одном, на одной машинке, туда вписывали просто вот как бы храмы. В один день с нашим храмом был закрыт Коркинский храм, там рядом деревня Коркина было, сейчас там алюминиевый завод, и еще несколько храмов. Ну, совершенно вот просто, он не нужен, точка мы закрываем. Храм был закрыт, и первоначально там был клуб. Это обычная практика. Клуб был и в Емельяновском храме, и в Архирейском доме, где я служил до этого. То есть, ну вот, вот такое замещение произошло, ну, богохульство просто, как бы это даже не обсуждается. Потом наступили проблемы с едой, с зерном. Был объявлен врагом народа рабочий человек кулак, да, у тебя есть две лошади, ты кулак. А то, что этот человек работает, просто пашет всей семьей, да, это уже никого не волнует. Через несколько лет был уничтожен этот класс работяг хороших. И вдруг стало понятно, что то же зерно надо ссыпать куда в амбары, а их надо поддерживать в надлежащем состоянии, а все хозяева, извините, уже на колыме а все амбары рассыпались. И тогда было принято решение на всесоюзном уровне храмы использовать под склады зерна. Это огромные проветриваемые помещения, пока еще ну, не сожженные, так скажем. Клубы были закрыты, и в том числе в Барабаново хранилось зерно. Зерно хранилось во многих храмах. Я видел удивительные, страшные фотографии Минусинского Спасского собора. Огромный трехпрестольный храм засыпан, причем там иконы стоят, они даже не сняты, то есть, а он засыпан метров на пять зерном, и вот эти граждане в тулупах, там вот с этими деревянными лопатами позируют, там вот короны икон видны, самые верха, и ну вот пункт либо сдачи был. То же самое было и в Барабаново. И причем вот этот хлоп, вот этот пункт хранения там сохранялся до 80-х годов 20 -го века. Там хранился горох, какой-то что-то пшеница. Это вот уже по рассказам местных. В 80-е годы было построено большое хранилище, наконец-то новое. Ну, собрались и сделали, и храм был заброшен. Оттуда вывели технику, сняли охрану. Сразу после этого местные зачем-то сняли часть железа луженого с храма, и началось его разрушение. Храм был фактически предоставлен сам себе. Местные ребятишки тут же облюбовали это место как игровую площадку, футбол, баскетбол внутри. Ребятишки постарше затаскивали туда мотоциклы, жгли костер, употребляли горячительные напитки и так далее. Рыбаки ночевали, там вот сжечь несколько раз пытались, и вот здесь Господь поставил на сохранение этого храма двух очень интересных людей. С 70-х годов они жили напротив храма, буквально вот через дорогу, рядом с бывшим клубом. Это Алексей Михеевич Первухин, ветеран Великой Отечественной войны, сибиряк, уроженец Казачинского, и его супруга, баба Валя Басаргина. К сожалению, ни того, ни другого я не застал. Михеич умер в 2005 году, похоронен на нашем Барабановском кладбище. Баба Валя отошла, если не ошибаюсь, в 2009 или 2010 году, меня еще там не было. Вот. Но истории я слышал о них много. Так вот, удивительная подробность. сам Михеевич, он был счетоводом. У него там 4 класса образования, как бы, но при этом он с 70-х годов Писал везде для того, чтобы церковь надо спасти. То есть, вот начал какое-то движение. Они супругу убирались, там гоняли местных мальчишек, запрещали жечь там костры, принимали людей как-то. Потом Господь поставил туда еще одного человека а, с группой товарищей, так скажем, в полосатых купальниках. Это Георгий Гитильзон. Недавно отец его умер, академик знаменитый. Это вторая летняя школа. Да, да, да Красноярская летняя школа. А, Георгий мне сам рассказывал, мы познакомились, естественно, лет 10 назад, мы тоже делали с ним передачу. Он приезжал из Москвы, он с нулевых там живет. Смысл был такой: в конце прошлого века был очень интересный образовательный проект, когда молодые ученые СФУ устраивали, как это модно, тогда было интенсивы для головастиков, то есть собирали ребятишек по разным там, микробиологии, допустим, у Геры была, там кто-то там по истории. И на базе э, пионер-лагерей они проводили вот, ну, вот, летний интенсивы для ребятишек. И как рассказывал сам Георгий, э, говорит, тут вот идем мы как-то на ракете там в 90 каком-то году, э, в Атаманово, там лагерь был. И я еду и думаю, вот уже несколько лагерей прошло, чего-то не хватает. Вот, вот какой-то якорной точки нет, меняются базы, э, что-то улучшается, что-то ухудшается. А вот нет якор И вдруг я вижу, с Енисея вот этот самый храм. Вот он. Я выскакиваю в Атамана, вот договариваюсь с какой-то машиной, меня везут туда там по дороге. Я прихожу и понимаю, знакомлюсь там с Михеевичем. Я понимаю, что вот это, то, та точка сбора, которая необходима вот нашей калоши. И там была традиция по окончанию сезона, там собиралось там, 10, 20, 30 ребятишек, и они уезжали туда на неделю. Они жили у Михеича, они следили за храмом, они стирали похабщину со стен, они латали фундаменты. Да, это было незаконно даже тогда, но как раз это то, что сохранило, в принципе, храм. А сам факт того, что они разгрузили перекрытие, нужно понимать, что утеплителя современного тогда не было, легкого, и утепляли в основном глиной. Представляете, какой вот вот на эти самые прогнившие балки какое давление оказывалось плюс помет э, наших чудных голубей там который достигал э, там, 30 40 сантиметровой толщины какой вес и соответственно вот без этих ребят без этих вот 20-летних выездов э, вряд ли бы храм дожил до нашего времени вот эти латки э, кровли на колокольне это снежные барсы красноярска делали как без э, лестницы туда подняться, как провести там работы. Но потом Гера уехал в нулевые в Москву, э, он продолжал свою карьеру как ученый, и храм на некоторое время опять оказался как бы ну вот неудел. Тогда э, в Железногорске появились священники, ходил паром. И они в течение некого срока, пока паром не отменили, а путинского моста еще не было, и тогда там больше ста километров как бы крюк, ну, технически невозможно, они строили свой храм. А вот И тогда м -м, следующий появился, знаете, цепочка такая, преемство интересно идет. Священник Андрей Кручинкин был поставлен в островской, там тоже был разгромлен, совершенно разгромлен тогда храм, как раз в 812 году заложены Троицкий. Но батюшка занимался реставрацией у себя, и, естественно, Барабанова было, так скажем, на остаточном принципе. Вот что успевал, тут делал. Но говорить о серьезных каких-то работах, ну не приходилось. Во-первых, не было знаний. Дело в том, что реставрация как отрасль до недавнего времени была ну, практически уничтожена советским, постсоветским периодом, и у нас в принципе не было специалистов по дереву. Не то, чтобы архитекторов, а даже вот человек, который бы держал в руках правильно топорик. Такого тоже не находилось. Да, были спецы, которые могли лавку изладить, там, баню сложить, но не больше. А работа с историческим деревом, которому больше там, 150 лет, она требует ну, особого навыка, особых допусков, потому что это объект культурного наследия. И вот, наверное, года с 14-го Владыка благословил меня помогать отцу Андрею Курчинкину, который в чистых. А вот тогда были проведены самые первые работы, был восстановлен периметр, чтобы там скотина не ходила, мы начали хотя бы грязь оттуда выметать. Потом было принято решение о том, что мы с архитекторами бывали неоднократно, и архитекторы сказали, ребята, у нас буквально там 3-4 года все разрушится. То есть вот эти вот процессы они приняли настолько вот, вот 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 быстрое движение, получилось, что ну вот все дерево потеряло запас прочности и нужно было разгрузить трапезную, то есть опять же убрать вот подшивку потолка, потому что она очень давила и сделать сжимы вот эти деревянные брусья, которые там вот храм сейчас это как каркас экзоскелет. И тогда мы провели первый сбор, нам необходимы были, естественно, деньги на что? На проект. Работать без проекта невозможно на таких объектах. Проблема была в том, что несмотря на то, что он был вроде как памятником официально признан, он был без хозяина. У него не было собственника. И на тот момент федеральное законодательство не позволяло проводить работы. И если нет собственника, то некому выдавать разрешение. Это сейчас я могу прийти и сказать, я болею душой вот за этот дом, дайте мне вот мое юрлицо, и мне дадут. А тогда было нельзя. То есть вот фактически вот такая правовая коллизия. То есть все понимали, что работы нужны, иначе оно развалится. Но в то же время никто не мог зайти, потому что не было собственника. И вот тогда районная прокуратура вышла в иск на администрацию Емельяновского района о признании преступной бездействия, потому что если есть памятник, обязаны принять. И вот наконец-то у нас появился собственнику объект. Это дало возможность ну, хоть что-то планировать и начинать делать. А вот потом, как я уже говорил, в 2016 году или в 2017, точно не помню, были проведены срочные противоаварийные работы. Это вот как раз укреплен это бух... это делает, да? да? это стяжка. Вот мы сделали вот этот экзоскелет здания, потом перекрыли крышу. Дело в том, что крыша была весьма ветхая, за 100 с лишним лет даже луженое железо, оно ну, немножко ржавеет. Вот. И было принято решение сделать временную кровлю из профлиста. Самый дешевый материал, потому что временный. Если бы вы знали, какому астрахизму я подвергаюсь до сих пор за эту крышу. Я всем говорю, ребят, да не вопрос. Я бы тоже наложенное железо согласен, но оно в 250 раз дороже профлиста. Все работы на этом памятнике до недавнего времени происходили только за счет добровольных пожертвований. И противоварийные работы, и проектные работы, и вот это самое кровли, и водостоки это вот те самые лепты, которые вносил народ. До весны этого года, подчеркиваю официально, ни копейки государевых денег в этот храм не было вложено. Хотя работы проведены были, но я считаю, достаточно грандиозные. Достаточно сказать, что только крышу мы делали два года. Она кажется небольшой, но когда ты поднимаешься наверх, а я залазил наверх, я дико боюсь высоты, но я бывал там наверху, это ужасно просто. Оказывается, вот этот самый четверик, вот эта корона вся, она настолько вся изломана. И вот у нас... Э мы сменили несколько бригад. Вот там, где двускаточка простая, ой, да аж пуляли все. Народ заходит наверх и вдруг понимает, что отход профлиста составляет 60%. То есть вот углы настолько изгибистые, а стыковать нельзя, чтобы не капало. И мы и цену давали хорошую не идет работа, и все, начнут бросить, начнут бросить. Почему? Надо делать хорошо, и все-таки, видимо, какая-то еще религиозная совесть осталась. На храме не, могу плохо работать, хорошо не умею, поэтому не буду. И мы почти два года ждали одну бригаду, это люди, которые работают именно по храмам, я их давно знаю, они работали на другом храме. Мы ждали, пока они закончат несейские храмы и приедут к нам. Андрей Скаленко знаменитый. И вот за полтора месяца перекрыли все. И как раз вот после того, как мы установили кровлю, в храме через некоторое время пропала плесень. Дело в том, что храм замачивался полностью. Когда мы вот в 16-17 году, если летом слушать, начинается серьезный дождь, то все скапливались, народ в одном единственном месте, чуть левее, как бы там вот с южной стороны, потому что это единственное место, где не капало. А вот естественно, в храме летом было очень приятно. Все спрашивали, где тут у меня кондиционер спрятан, почему. все мокрое, Прохлада такая, знаете, как из погреба хорошая. А сейчас летом в храме последние пару лет жарко. И меня это лично очень радует. Это говорит о том, что очаги гниения в дереве прекратились. То есть не идет разрушение активного древесины. У нас раньше на плахах пола, они вот такие толстенные, вот их края прям изъедены, у нас была такая желтая плесть, мы химию туда рили, бесполезно, потому что все время намокание, несмотря на то, что есть проветривание, все равно как бы дерево активно уничтожалось грибками. Сейчас этого уже нет. И после того, как мы провели противоварийные работы, подошли к следующему этапу. Следующий этап это был изготовление проекта по реставрации. А вещь это весьма сложная, весьма затратная. Там сумма с шестью нулями, впереди отнюдь не единичка, другая сумма была. Вот. Мы к этому шли года четыре, наверное. То есть мы перебрали всех красноярских архитекторов, всех сибирских архитекторов. Да, были предложения, но после рассмотрения вот с коллегами, это, как я их называю, коллеги по сумасшествию, это профессиональные архитекторы, это историки, это байкеры мои любимые. То есть это те люди, которые неравнодушны к этому храму, которые ну, вкладывают часть своей жизни, часть своих денег, часть своей репутации именно в этот храм. Мы как бы отвергали. Покажи, что ты уже сделал. Ну вот дом построил. Вообще много компаний, которые занимаются реставрацией. Сейчас они появились. Сейчас хотя бы вот на пальцах одной руки, там несколько пальцев ну, можно это зажать. На или на край. На край. Дело в том, что вообще проблема с реставрацией огромная. Реставрация как отрасль практически умерла в 90-е, в нулевые. Сейчас хоть что-то начало возрождаться. Зачем хорошему проектировщику, хорошему каменщику идти в реставрацию, получать лицензию? Лицензия стоила несколько миллионов. Если нет объектов, которые ну, вот, ты можешь брать, зачем? Как жить? И вот проблема мозгов и рук, она до сих пор как бы сохраняется. Хотя сейчас, еще раз говорю, после Енисейска, после э, квартала на Горького, после э, Минусинска, появился, во-первых, запрос у народа на исторические издания. Да, оказывается, не только в Мадене можно смотреть там, на Средневековье, там, на 18-19 век. Ну вот, и я вот летом с удовольствием с детьми, с младшими съездил в Енисейск. Вот, мы, значит, решили сделать проект сами, потому что госсредств мы тогда привлечь не могли. В одной из поездок в Москву я достаточно активно раньше учился, как раз по церковной стезе я епархиальный древний хранитель. То есть это человек, уполномоченный на сохранение всего материального наследия церкви, храмов, там вот икон, вот это всё, вы видите все это, да, это мое увлечение такое, ну плюс послушание церковное. И у нас раз-два в год происходили учебы в Москве. Мы были в Московском Кремле, в реставрационных мастерских, в Серговом Посаде, в музеях. То есть вот нас готовили к каким-то работам. И вот там нам читал лекции наш ныне большой друг Андрей Борисович Баде. Это знаменитейший реставратор, в пятерке, наверное, лучших России. Очень интересный человек, он читал нам лекции по сохранению деревянного зодчества. Естественно, я подошел, подошел познакомиться. Показал Барабанова. Да? Он говорит, ну хорошо, если, если будет нужда во мне как в специалисте, звоните. Вот мой телефон напрямую. И в течение нескольких лет он нас консультировал а, дистанционно. Потом а, мы приняли решение, что нам таки нужен проект. Сумма ну, весьма недурственная, так скажем, для села. Но только проект, не Только проект, проект, только проект, только проект. Дело в том, что проект готовится минимум полтора-два года, и это прямо работа-работа. Из Москвы несколько раз приезжала бригада специалистов Барабанова. Для чего? Пока сам все не посмотришь, не померишь, не постучишь по бревнам невозможно сделать нормальный проект. И э, мы заключили договор с НРПМ центральной научно реставрационной московские э, архитектурно мастерские, знаменитейшая организация советских времен. Они впервые за Уралом работали вообще. Это, вот, то есть Баде первый раз выехал за Урал на деревянный объект. Но для Москвы это, оказывается, и у вас архитектура есть. Вот. И как раз э, вот этим самым, этой самой архитектурной бригадой был изготовлен проект. Он прошел все экспертизы государственные. Вот мы сделали проект, я его должен сдать. Куда? В службу по охране памятников. Не просто, нате, там папок, вот такая гора. А они должны проверить все а правильно ли сделано, а соответствует ли это нормам, различным там ГОСТам и так далее. И под конец все большие и малые синие печати были получены. Оказалось, что наш проект соответствует всем нормам законодательства, он соответствует всему, 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 и по нему можно работать. Но сумма реставрации там впереди там сзади было тоже 6 нулей, а впереди там трехзначная цифра была. Мы готовы были войти в реставрацию с какими-то суммами, но нас отговорил Андрей Борисович Батый как раз. Если я объект разобрал, то я его обязан собрать. А если у меня в середине кончились деньги, то объект умирает сразу. Он говорит, невозможно. То есть, либо мы работаем постоянно на объекте, у нас есть постоянное финансирование. Вот вы его, говорит, законсервировали, вот в таком виде он простоит еще лет 20-30. Поэтому ни в коем случае. Фактически, как бы вот экспертное сообщество в Москве нам запретило а вот, вот такую, знаете, вот такую, а, ладно, перекрестились и поехали. И было принято решение ждать и молиться просто-напросто. Мы ждали почти три года, и мы дождались. Осенью прошлого года в публичном пространстве появилось а, значит, решение нашего губернатора о том, что работу будут проводиться. Для меня большой и радостной неожиданностью было то, что я от самых высоких краевых чинов услышал ту фразу которую я и не мечтал уже услышать. А фраза была примерно такая. Ребят, объект уникальный, он у нас один. А, ошибиться мы не имеем права. Если нужно время увеличить два года, пусть будет три. Не вопрос. Но чтобы было правильно, хорошо и образцово. То есть, чтобы это был ну, вот, такой, знаете, пилотный красивый проект. А потом начали происходить вообще чудеса. Мы как-то так даже и не заморачивались с моим старостой. Для нас важен был храм, и окрестности. Там маленький храмик хотим построить до сих пор, пока не получается. Какой-то там извините, санузел все-таки нужно, там трапезную какую-то. Ну, вот мы вот мыслили, так скажем, приземленно. А тут приходят люди и говорят, ребят, давайте мыслить глобально. Сейчас происходит очень интересная трансформация сельского поселения. То есть перезагружается не вот этот участочек земли там в 40 соток, а перезагружается ну, огромная территория вот этого самого Барабанова как села и всех окрестностей. Потому что вот тот людской трафик, будем называть такими, ну, современными языком, он огромен. В Барабану приезжает очень много людей. Какая-то часть приезжает в храм, какая-то часть приезжает на Енисей, он там прекрасен. И было принято решение о том, чтобы вот создать некий такой, некую такую пилотную зону сельского поселения, комфортного для туристов. В какой-то момент мы поняли, что нельзя думать только о тех людях, которые приезжают с религиозной потребностью. Да, ведь есть просто туристы. В планах есть совершенно потрясающий сельский клуб. Впервые в истории Красноярского края для сельского поселения с населением 100 человек разработан индивидуальный, и подчеркиваю, индивидуальный проект клуба. Причем он будет обшить дерево, он будет прикликаться с храмом, он не будет доминировать, но там будет, там будет кофейня. Там будут огромные панорамные окна на Енисей, там будут лектории, лекционный зал, исторический уголок. И что самое главное, это будет. Визит-центр с функциями клуба, либо клуб с функциями визит-центра. Дело в том, что там живут дети, их немного, человек 10-12, но с ними постоянно идут занятия на буднях. И пиковая нагрузка туризм, туристов это выходные и праздники. И, соответственно, в будние дни, когда мало туристов, там будут заниматься ребятишки прежде всего, а когда ребятишки отдыхают в субботу, в воскресенье, там будет все для туристов. И дальнейшая судьба это как будет? культовый религиозный объект или это будет такой как органный зал, Дел... музей под открытым небом, где выделяют место для молитвы. А, это вопрос обсуждается. Я понимаю, что, наверное, это будет нечестно с точки зрения общечеловеческой, если я сейчас скажу, что я хочу там только махать кадилом. Но еще раз подчеркну, никто не говорит о том, что функция только лишь сакральная, образовательная обязательно. Я очень люблю принимать там студентов и школьников. Очень люблю. у меня постоянно ездят архитекторы, реставраторы. Этим летом мы начали дружить с Систфаком, а они рядом копали. Я давно уже называю Барабанова это точка объединения усилий всех здоровых сил общества. План реконструкции это как? Полностью будут... Не реконструкция, реставрация. Полностью будут разбирать здания и потом выстраивать замены или как это? Процесс будет очень простой. А если вот э, визуально все это расследить, то вот эта часть называется э, колокольня. Следующая комнатка идет трапезная, вот где-то крыша. Вот это объем четверика, общее молитвенное помещение это алтарь. Так вот, колокольня и большая часть трапезная, и алтарь в идеальном состоянии для своего возраста. Там практически ну, нижние венцы, подгнившие по меня, и все. А вот сам четверик, в связи с тем, что была ободрана крыша, вот эти два угла, помните, на севере на юге, они прогнили весьма недурственно, так скажем. И вот там подразумевается полный разбор четверика с дефектовкой каждого бревна. Мы должны понять, потому что реставрация, чем интересна? В принципе, невозможно 100% угадать объем. Визуально бревно может быть прекрасным, как, допустим, на квартале на Горького. Начинаешь его демонтировать, оно абсолютно пустое внутри. Оно отстукивается вроде целое. А когда его начинаешь демонтировать, мы выясняем, что несущие способности ноль. В принципе. И поэтому дефектовка всех бревен, они будут замерены, каждый индивидуальный паспорт составлен, то есть вот, чтобы подбирать потом такие же. И потом из современного бревна будет этот четверик возведен, вновь воссоздана крыша с максимальным использованием сохранившихся элементов. И покрытие у нас тоже луженое железо. То есть профлист не останется. Росписи, которые uh -huh. на отдельных досках, их uh -huh. уже uh -huh. демонтировали yeah. и увезли в yeah. Красноярск, а то, что на потолке, есть на стенах? Которые на основном. Да, да, это вот на, на, над алтарем. Дело в том, что опять же, пока не начнете демонтаж, ты не знаешь, что там есть. И поэтому было принято решение соблюдение всех норм законодательства, лицензированная организация, занималась демонтажом, я присутствовал при этом, были демонтированы так называемые паруса это треугольники четыре штуки, где изображены евангелисты. Живопись достаточно провинциальная, наивная, но в единственном экземпляре. В Сибири. А время установлено? Так... Вы знаете, удивительная подробность. Несмотря на то, что архив храма сохранился достаточно хорошо, там нет ни слова о живописи. Вообще, то ли документов этих не осталось, вообще нет ничего. Естественно, это живопись до 1917 года, однозначно. Специалисты Строгановки и имя имени Грабаря, это в Москва мы подключили и сказали, что живопись уже была реставрирована, и, скорее всего, это живопись конца XIX века. И реставрировали ее через некоторое время в то же время. Мы знаем, что в советское время кто-то занимался ей. То есть были такие неясные слухи, что в 70-х годах студенты нашей, нашего художественного института были там на практике, и что какие-то леса строили, местные рассказывали. Я, честно говоря, не придавал большого значения этим рассказам, как оказалось, зря. При демонтаже мы выяснили, что часть досок была подшита не кованными гвоздями историческими, а уже советскими вот, вот, штампованными гвоздями. И как раз те места, которые подгнили, то есть кто-то укреплял. То есть кто-то ей занимался, кто-то действительно строил леса. Пока кто именно, мы не знаем. То есть история не сохранила имена этих людей, но Господь-то их ведает. Огромное спасибо за то, что они сделали. Живопись была демонтирована для чего? Во-первых, еще раз повторю, нам нужно было понять процесс, как это снимать. То есть нет опыта просто-напросто. Второе, мы должны были дать возможность специалистам не просто где-то лазить там на высоте 10 метров, а не просто где-то лазить там на высоте 10 метрах, а вот лицом к лицу встретиться и понять объемы. После реставрации это не превратится в такой, ну, прям музей-музей? Нет, конечно, какие-то ограничения будут. Вот. Не знаю, будет ли открыта колокольня. Раньше она была открыта для всех, когда там был один колокол. Но сейчас вы видели, там много веревочек, как бы, и я понимаю, что вот та антропогенная нагрузка, которая сейчас вот, вот была на колокольню, это неправильно. Колокольня это не место для развлечения, это, ну, можно свистануться сверху, это, ну, поэтому мы как бы прикрыли это дело и сказали, ребят, не потому, что там что-то мы прячем, да, золота там нет, но просто это и повредить может храму, и вам тоже может повредить. Я думаю, что вот эти ограничения останутся.